Привет-привет, мои дорогие друзья, мои зрители, с вами Лилия Донскова, и сейчас я вам покажу две новинки из каталога номер 4 компании Oriflame. И начну я с сумочки, которая у нас в таком бежевом оттенке, сейчас запомню, 21 страница. Сумка с металлической деталью бежевого цвета, она прям маленькая-маленькая, крошечка микросипулечная. Внутри у нее прячется ремешок, с цепочкой, и есть инструкция и все, никаких кармашков, ничего я здесь не обозреваю, только много-много эмблемок. Все, вот вся сумочка. Давайте посмотрим, как у нее работает застежка. Отлично, магнит хватается, то есть легко ее закрыть, такая маленькая, даже не знаю, что в нее положить. И большой длинный ремешок, который можно, смотрите, что сделать, снять цепочку, например, мы можем удалить, ой, плохо делается, вот. То есть цепочку можно снять совершенно легко, раз, все, карабинчик пристегивается к сумочке. С двух сторон внутри прячутся вот такие вот, на клапане накладном прячутся крючочки, мы за них цепляем карабинчик. Так, сделаю короткий вариант. Можно, кстати, только цепочку прицепить или цепочку намотать на руку, сделать браслетик, вот так вот сделать браслетик. Можно удлинить ручку или сделать вот такую маленькую сумочку клатч. Кстати, сейчас такая вот модная, очень крупные металлические детали, очень модные. И получается такая маленькая, малюсенькая сумочка. Просто ее оденем и пошли. Но у нее точно поместится телефон, помада, пудреница и карточка. Больше ничего и не нужно девушке. Тяжести пусть носят мужчины. И как раз в эту сумочку очень замечательно поместится другая новинка, которую я вам сейчас покажу. Это новые 5 оттенков лаков моей любимой серии The One. И очень бы хотелось их попробовать на ногтях, но, к сожалению, у меня маникюр, но я все равно попробую. И сейчас я вам покажу прям поверх своего лака, как они лягут, и на белой бумаге, чтобы лучше рассмотреть оттенки. Потому что я себе сразу присмотрела 2 цвета, которые меня просто вот вдохновляют. Вот эти 2 теплых оттенка, один такой прям коралловый и другой желтоватый, но это мои теперь любимые цвета. Из-за этого цвета волос я теперь подбираю для себя такие вот оттенки, чтобы они были теплые, золотистые, коралловые, потому что они мне сейчас идут, а вам, может быть, они не идут и, может быть, ей не понравятся. Поэтому попробуем все, давайте пробовать. Итак, лаки с очень вкусными названиями. Обратите внимание, кстати, при покупке 2 цена 159 рублей всего. Итак, пробуем. Мятный чай 36074. Капельку наношу. Давайте вот сюда сначала, потому что много. Ой, какой красивый! Он еще красивее, чем в каталоге. И капельку сюда. Мне очень нравятся кисточки в этом лаке. Какие они удобные. Так, по-моему, все прокрасила, бок не вижу, все. Даже одного слоя обычно достаточно для того, чтобы увидеть всю красоту лака, и даже не нужно второй слой красить, потому что лак не полосит, не пятнит, он идеальный просто. Медовый леденец, вот тут у нас будет медовый, вау, какой красивый. Так, пробую теперь его на руке. И он прекрасно перекрывает мой лак, с которым я приехала, так старалась, сделала маникюр, и сейчас все перекрыла, потому что я забыла, что у нас могут быть в новинках лаки. Так, простите за неаккуратность, ну, главное, чтобы вы увидели, какой красивый цвет. Так, следующий, малиновый смузи 36073. Вот тут вот будет малиновый смузи, и рядышком крашу лак. Ой, какой красивый, я в нем не ошиблась. Особенно мне нравится в этой коллекции весенней то, что много новых совершенно оттенков, которые раньше у нас даже вот не, даже намека не было, что такие цвета могут появиться в коллекции. Сейчас посмотрите, что творится, какая красота. Следующий серый кашемир 36071. Вот не знаю, как он перекроет или нет цвет мой на ногтях, потому что он достаточно светлый. Да, работает. Посмотрите, какое чудо.
сам прям лак льется. О, красивый, слушайте, соблазнительно, все оттенки прям хочется. И лавандовый крем завершает нашу экскурсию, 36075. Сейчас разверну к вам руку вот таким. Ой, надо было сначала сюда. Вот он какой красивый, вау. И лак очень быстро сохнет, поэтому с ним надо ловко обращаться, не затягивать эту процедуру. Ну вот так вот, мне не очень удобно, главное, чтобы вам было хорошо видно. Вот что в результате получилось, какие у нас классные оттенки. Как видите, слой один сразу перекрыл нижний слой моего лака золотого, такого плотного цвета, и все так красиво выглядит, супер просто. Мне интересно, будете ли вы себе какой-то лак заказывать, напишите в комментариях, какой цвет особенно нравится. Но мои фавориты вот два: медовый леденец и малиновый смузи, они конечно невероятные. Кстати, мятный чай тоже очень манит, соблазняет. Ну что, до новых встреч, жду ваших комментариев. А если видео полезно, с вас лайк, 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 лайк.